Водитель ранее попадался за рулем в состоянии опьянения. В самый обычный день он ехал по городу и вызвал подозрения у инспекторов ДПС. После остановки стало понятно, что он ведет себя неадекватно, но алкотестер показал, водитель трезв. Но его внешний вид говорил об обратном. Мужчине предложили проехать в 6-й корпус для медосвидетельствования, но он отказался. После состоялся суд. Нарушителя лишили свободы на 9 месяцев, а также запретили на 5,5 лет управлять автомобилем.